Всем привет, я Дима и расскажу вам о последних новостях в сфере виртуальной реальности. Если вы смотрите это видео, значит вам есть о чем поговорить с друзьями, так что оставайтесь со мной и вы узнаете, зачем Toyota пугает автолюбителей гопниками и медведями, как похудеть при помощи HTC Vive и для чего нужен шлем на первом свидании. Японцы, как всегда, умеют удивить. На этот раз они придумали гаджет с датчиком, который сканирует ваш мозг и помогает выбрать вторую половинку. Не на улице, естественно, а на специальном виртуальном сайте знакомств. Noha Love Checker. Создатели показали на выставке Tokyo Game Show. Это шлем, который не только погружает вас в виртуальный чат, но и отслеживает импульсы мозга. Примерно как детектор лжи. Так что вы не успеете подумать, а шлем сам подберет подружку или друга для виртуальных свиданий. Разработчики уверяют, что девайс считывает даже подсознательные сигналы, поэтому ошибки быть не может, и если выбор не устраивает, смиритесь, ваш мозг хочет именно такого партнера. Пока Noha Love Checker не продается, но зато тем, кто устал от одиночества, японцы могут предложить симуляторы виртуальных свиданий и секса с анимешками. Это, видимо, для тех, кто совсем отчаялся. Не обходится и без симуляторов, и Toyota. Практически каждая новая реклама автоконцерна теперь в формате 360. Компания реально подсела на виртуальный мир. Помешательство компании на VR-технологиях неудивительно. Все-таки это японская компания и надо держать марку. Поэтому Toyota катает своих клиентов по фантастическим трассам. Вот и сейчас у компании вышел новый симулятор для Toyota Prius Prime, в котором водитель колесит по дорогам будущего. Помимо приятных экспериментов, есть у Toyota путешествия и не для слабонервных. Там вас ждут аварии, нападения страшных гопников и медведя. Круто, конечно, но спрашивается зачем? По всей видимости, так компания хотела продемонстрировать безопасность своего авто. Хотя мне кажется, что менеджеры просто от души поугарали над несчастными. Напугать всех до смерти собирается YouTube, да еще в формате 360. Вы, кстати, тоже можете принять в этом участие. YouTube готовится к Хэллоуину и выпустит 100 страшных роликов для просмотра в виртуальных очках. Сайт уже привлек именитых режиссеров и новичков. Известно, что VR-ужастики уже готовят создатели «Паранормального явления» и других зубодробительных фильмов. В проекте примут участие разные режиссеры почти из всех стран мира. Если у вас есть камера 360, можете тоже снять что-нибудь и даже получить звание лучшего страшного ролика. Его выберут по числу просмотров, главное только бабуле свой шедевр не показывайте. Кстати, о камере 360. Теперь их становится все больше и больше. И вот снова новинка камера для панорамного селфи. Олли. Камера позволяет делать фото и видео и тут же передавать их в сеть. Многие геймеры используют ее для трансляций, но это не самая главная функция камеры. Компания только недавно начала делать камеры для селфи, шмелфи и прочей ерунды. Изначально Олли предназначалась для бесперебойной съемки в помещениях, ну типа камеры слежения, только со всех сторон. Штука на самом деле отличная, потому что позволяет видеть все, что происходит у вас дома, когда вас дома нет. Стоит $500, и если умело ее поставить, то можно спрятать от посторонних глаз. В общем, если давно хотели знать, что делают ваши дети, соседи и животные, пока вы вкалываете в поте лица, то не проходите мимо. Хорошо, что кошек объедает енот, а не динозавр. А ведь такое могло бы случиться. Так что будьте осторожны, Google Cardboard оживил вымерших животных. Теперь на них можно посмотреть при помощи приложения Arts Culture в любых виртуальных очках. Выглядят динозавры впечатляюще. Ромалиозавра расположили в Лондонском музее естествознания, а жирафа Титана в Берлинском. Проект создан в основном для детей, но понравится и взрослым. Кстати, помимо динозавров, Google предлагает и просто виртуальные экскурсии по музеям, так что если вы ценитель прекрасного, но на билет тратится жалко, приложение вам точно понравится. Ну а после музеев самое время заняться физкультурой. Бывший тренер разработал фитнес-программу специально для обладателей виртуальных шлемов.
Обычные геймеры, что часами сидят у компа, рискуют заплыть жиром, а виртуальные игроки нет. К такому выводу пришел Тим, бывший спортивный тренер. После травмы он перестал ходить в зал, засел за игры и поправился. Скидывать решил необычным способом при помощи HTC Vive. Тим играет в подвижные игры, у него даже есть своя программа. Это 10 минут виртуального тенниса, 20 минут бокса, 20 минут стрельбы из лука и 10 минут пинг-понга. Такая тренировка позволила ему уже похудеть на 6 килограммов, причем без особых усилий. Сейчас Тим придумывает новые программы похудения с HTC Vive. А я с вами прощаюсь, желаю отличного настроения, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, качайте мышцы, прокачивайте железо, всем пока!